И снова здравствуйте, зрители и подписчики моего канала. Вы на канале Булат и Ко. С вами, как всегда, я, Александр. Пушистая маленькая мордашка Булатик. Извините за то, что не выкладывали давно видео. Поехали на дальний кордон. Было очень много работ, забот и хлопот. Вот. Видите, вон. Мы приехали. Вот у нас такая хата. Вот. Там он у нас, как видите, тут чуть-чуть мы уже, видите, вот порядки навели. Там он сарай у нас такие вот. Так что мы тут будем теперь хозяйничать, вам видосики снимать. Но просто света очень мало дают. Плюс интернета у меня здесь нету. Поэтому буду снимать видео впрок, а потом вам выкладывать. Вот такой вот у нас дворик. Вот. Видите, там косим понемногу. Вот. Чуть позже снимем обзорчики на нашу бензокосу. Выложу вам в интернете, как и обещал. Ну, в общем, работа пошла. Вот так вот. Ну, а мы с Булатиком, да, 29 августа, 24, ой, 30 августа 24 года. Прекрасная погода, лето, солнце, жара, красота, ляпота, ветерок дует немножко. Да, мы тут на свежем воздухе. В общем, балдеем. Что вам сказать? Что не моно передать? Вот такой вот небольшой видосичек вам на сегодня снимем. Всего вам наилучшего, хорошего времяпрепровождения, настроения. Я же вас обнял, приподнял, поставил, где взял. До новых встреч, мои дорогие. Пока-пока-пока-пока.